Это второй по счету пикет в Орле. Ряды пикетчиков поредели, требования, как и прежде, сформулированы на плакатах. Но дальнобойщики охотно заявляли о них вслух. Мы против Платона, чтобы поборов не было. Пусть контролируют, но не таким методом нас контролировать надо. В стране дальнобойщики устраивают акции протеста с середины ноября. В России с 15 ноября действует налог за проезд автомобилей массой более 12 тонн по федеральным трассам. Нынешний тариф для грузовиков составляет пока 1 рубль 53 копейки за километр пути. Но с 1 марта 2016 года и до конца 2018 он будет повышен до 3 рублей 6 копеек. За что мы платим, вообще неизвестно. Для того, чтобы выполнить рейс, грузоперевозчики должны зарегистрировать все автомобили тоннажом более 12 тонн на сайте Платона и перед выездом пополнить расчетный счет в личном кабинете. Все собранные средства планируется направлять в дорожный фонд, и расходоваться они будут на ремонт федеральных трасс. Фактически это налог на вред, который оказывают большегрузные автомобили дорогам России. По мнению дальнобойщиков, увеличение себестоимости рейсов больше грузов приведет к банкротству мелких компаний. Вот они эти деньги. Это из меня сыпется. Зачем я должен кого-то кормить? Кроме того, дальнобойщики предупреждают, что также повышение стоимости грузоперевозок напрямую повлияет на цену товаров. Депутат Госдумы Василий Конников отметил, что в Орловской области складывается конструктивный диалог между властью и представителями бизнеса, работающими в сфере перевозок. Я знаю позицию губернатора. Она достаточно конструктивная. И он понимает проблему. И сегодня встречаются с губернатором представители дальнобойщиков. Вот буквально там через 15 будет сформирована делегация, и они встречаются с Потомским. Пикет длился час. После этого делегаты отправились в администрацию региона. Накануне на разговор пригласил губернатор Вадим Потомский. Пообщавшись с вами, сформировать общее понимание и задавать вопросы тоже. То есть вот возникают вопросы, на которые люди хотят получить ответ. Я эти вопросы от вас должен услышать. Во-первых, система сама неудобная для водителей, для среднего и малого бизнеса. Платон – это третий побор просто налога, неизвестно за что. Остались ли местные дальнобойщики довольны встречей с губернатором? Губернатор нас на самом деле удивил осведомленностью нашей проблемы, конструктивностью разговоров. Он нас всячески поддерживает. Мы услышали друг друга. И мы надеемся, что все сбудется, что обещали. Как бы ни развивались события, в дальнейшем печальный результат борьбы с Платоном в России уже есть. 19 ноября под Тверью во время собрания дальнобойщиков против системы Платон произошла автокатастрофа, в которой погиб 39-летний житель Лихославля. Наталья Пехтерева, Сергей Руднев, телеканал «Первая областная».